Здравствуйте. Мы семья переселенцев из города Мелитополя в Запорожской области. Этот город с начала войны оккупирован и по сей день, к сожалению. 24 февраля мы проснулись от очень большого взрыва. Мы плакали, нам было очень страшно. Наш ребенок спал. Слава богу, что он этого не слышал. Мы все, конечно же, на панике, родственники, все. Через 3 месяца мы решили выехать из своего города сквозь слезы, попрощались с родственниками. Проезжали мы сквозь мины, блокпосты, их было около 40 штук. Очень страшно было подъезжать к российским блокпостам, так как непонятно, что они могут с нами сделать и что они вообще могут нам сказать. Мы выехали не с первого раза, у нас получилось только со второго раза выехать. Ехали мы очень долго из-за этих блокпостов. Ну, слава богу, мы выехали, когда увидели наш украинский флаг и наших солдат, наших защитников, мы очень сильно расплакались. В общем, мы сейчас живем в квартире нашей подруги, село Софиевская Борщаговка, Киевская область. К сожалению, от международных организаций финансовую помощь я не получаю. Почему? Я не знаю, правда. И так же самое с сентября месяца я не получаю помощь, как переселенец от государственной. Муж получает 2000. Также вот недавно он устроился на работу, так как очень тяжело было найти в Киевской области работу по его специальности. Месяц он как работает, но еще зарплату не получал. Надеемся, он скоро получит. Мы просим финансовую помощь на продукты, также на одежду своему ребенку. Сына зовут Святослав, ему 2 года. Я до этого в городе Мелитополе своем работала продавцом-консультантом. Но, к сожалению, так еще не на счастье, ушла потом в декрет. Очень верю в вашу помощь. Спасибо, что вы помогаете. Слава Украине!